засорилась труба, и вода не вытекает. Сейчас уберем воду и будем чистить с помощью соды. Ну и, соответственно, потом почистим все вокруг, всю вот эту грязь. Засор будем чистить столовой содой. Вот, сода пищевая и уксусом. Пропорции вот такой стакан небольшой. Ну, где-то, наверное, вот, чуть больше полстакана будет соды. И примерно столько же будет уксуса. То есть пропорция 1:1. Уксус, сода. Сода будет засыпаться в первую очередь. И после будет залит уксус во вторую очередь. Далее часа 2-3 ждем, предварительно накрыв сам слив чем-нибудь. Ну и, соответственно, через 2 часа открываем и заливаем это все дело кипятком. И далее будем смотреть на результаты. Итак, вот сода пищевая. Сразу же подготовимся. Вот стакан. И начинаем засыпать. На глаз сейчас насыпем. Сколько тут? Вот как раз чуть больше полстакана. Ну, осело. Ну, еще чуть-чуть сыпанем. Я думаю, не помешает. Угу. Так. Ну вот, чуть больше полстакана получилось. Так, высыпаем соду вначале. И потом будем вокруг еще оттирать плитку. Ну, посмотрим, как получится. Будет ли вода проходить или нет. Так, сейчас будем заливать уксус. Так, заливаем уксус. Те же самые пропорции, что и сода. Так, чуть больше половины стакана. Все. Вот. Уксус столовый. Можно любой уксус. Итак, идем заливать. Заливаем уксус и смотрим реакцию. Процесс пошел как. Опа. Оставляем на 2 часа, на 2-3 часа. После этого зальем кипяток и все, будем проверять.
Ну и вот, прошло 2 с лишним часа. Заливаем кипяток и смотрим результат. Ну. Итак, смотрим результат после прочистки. Ну, смотрите. Вода не задерживается.